Итак, всем привет. Меня зовут Денис, мы на канале Fred Davis Play. Мы продолжаем играть в игру «Петля времени». Так, мы, где мы были? Мы были везде, наверное, уже, кроме вот этих двух. Это вечер получается, да, это ночь тоже, вечер. Понятно. А толку я все равно ничего не остану, ну, не оставлю себе, правильно? Правильно. Ну, даунтаун я. Давайте сюда, наверное. Так, найдите данные Егора. Окей. Егор всегда умел слышать неслышанное и видеть невиденное. Заебись. А, все, я понял. За который подрывник, который меня подорвал, который вечно везде всякой чепухини у него было. Так, найдите данные Егора, давай. Ладно, давай этого, потом уже будем все равно его валить, потом давай то искать. Здесь у нас, 7000, значит, все лучше я уже. Поехали. Что нам теперь интересно скажет Джулианна? Она вечно тарахтит. То и не то, это и не это. А, все, я вспомнил, кто это такой. Это чувак, который исследовал какую-то ерунду. О. Ну, в принципе, все что-то исследуют. Я сам сказал, на сегодняшний день ООН это единственный шанс на спасение. Без доказательств не поверю. На сегодняшний день ООН это единственный шанс на спасение. Кем ты будешь сегодня? Как же ты тут всех затрахал? Да? И тебя тоже? Ох и затрахал. Как так-то? Зачем такое говорить? Разве ей не стыдно? Ну да, это вот этот, который стрелял, все, да. Да-да-да. Если вы где-то в комплексе, то я вам приказываю. Все, ладно, понятно. Комплекс закрыт. В здании не должно быть никаких посторонних. У меня тут важнейший научный прорыв. Ясно? Я на своем месте. Да-да-да. Да-да-да. Конечно, не вижу. Они все погибли. Егор перестрелял. Егор перестрелял. О. О, он слышит, как падает снег. Так. Вот тут. А, тут еще и мина. Вообще заебись. А, вон она. Так, тут мины нету. Там то. Ага, и тут никого нет, да? Да. А это туда идет. Все, я понял. Уф. Что за издевательство? В каком смысле? Уф. Печально, что в мире без последствий худшие из нас скоро станут подобны худшим. А худшие... Главное на мины выпадать. О, лопата. Лопата. А я не помню, как я к нему пришел. А, я к нему прошел через этот гараж. Тыш-тыш. Он еще. Ха. Нормально так взрывчаткой обложил. Когда-то савчик. Так, а он же там исчезает, да? Да, он исчезает. Мне нужно взять вот эту чепуху. Эти нахера, если меня все уже наполнило. Так, обратно. Ой, а что? А, я думал, упало. Это что такое? А, это по снегу, так нихера себе. Ух, вовремя я остановился. Едрить, матрить. Сейчас бы мне прилетело бы. Ты же понимаешь, что тут повсюду датчики, которые улавливают малейшее колебание воздуха? Не попал.
Я обезврежу все твои датчики. Да где ты, блядь, что ты катайся? Идиот взрывался в своих. Где-то сидит. Тихо. Где-то внизу, наверное. Годы усилий, труда. Тихо. Мои жертвы ничего не значат для тебя. Враз бушевали холодные ветра, и не стало света. И ослепли все. А, это один, а вот. А, вон второе. Старые бункеры – реликт прошлой эпохи. Остались только хорошо. Экспериментов, которые проводили еще до Эона. Но ты ведь про это и о, зашибись. Мина. Так, нет, ты деактивируйся. И попал. Попал. Берем. Я просто знаю, где. Не. Где он, поэтому... Ух, ебать. Уже? Ух ты, нихера себе. Какой шустрый парень. Где он? Где он, блядь? А, вон он, сука. Сейчас ничего не знаю, давай, иди сюда. Ебать! Сейчас подожди. Так, и ты сюда иди теперь. Сейчас. Вот так вот. О, годится. Еще где-то была там одна. Кажется. Или нет? Нет, там больше не было, ладно. Так, где там? О, пистоль. И вот улучшение. Да ты охуел. Все, бросили тебя. А что у тебя за улучшение? Ай, херня, блин. Раз, два, три, четыре. Пушка. Пять. Шесть, семь, восемь. А уход сколько у него дохуя. Вот это лучше. Давай ты это возьмем. Это поприкольнее будет. Все, все, хорош, хорош. Хорош, молодец. Всё, отлично. Хоп, и такой исчез. Исчез, хоп, хоп, и появится. Так, у нас вот это вот еще есть. Хорошо. Там, окей. Окей, там. Что оно загудело? Где-то здесь. Ну ладно, это я слышал. Первый день. На этой кассете я веду записи о своем первом. А, черт, мне надо переписать. Мой путь в первый день. Нужно выровнять все звукоуловители. Да ладно. Это просто заводской брак. Моей ошибки тут нет. Измерения должны быть идеально точными. Если моя теория верна, а я почти в этом не сомневаюсь, я смогу преодолеть опу. Пространство и время и обратиться к будущему. Ладно, план такой. Массив П в зоне 2. А это что? Затем в районе полудня я прибуду в массив Р в зоне 1. Затем пройду вдоль разлома и днем вернусь в массив Ж в зоне 2. Наконец, обогну озеро и попаду в массив Y прямо у моей лаборатории. Зона 3 буду вечером. Единственное, что меня беспокоит... Слышишь? Резиденты! Они... Да ладно. Они слушают. Их детское любопытство уничтожит все результаты моего труда. Егор, внуши им уважение. Егор, звуковой выйти аж 796.
Если отключить заглушитель, его будет нечего делать дома. О, еще! Знаете ли, очень понятно. Не понял, а чего не было раньше тут? Что тут? О, жизнь. Раньше не было этого. Поломано. Еще. Где-то еще висит. Где-то наверху. Вот это меня вообще, конечно. Удивило. Эй! Может, не застрелят? А еще есть какие-то новые? Нет. Все получается. Пистоль. Ваше оружие стреляет тише. А ну если вот здесь. А нет, это намного тише стреляет. Да сладко. Так, подожди, а что, все туда получается, да? Киоск нет, карта нет. Егор, где что? Это понятно. Так, а там? Там что-то, N700, что-то там. Надеюсь, тут нету ничего. Шо на... А, вот. О! Так, Эх, где этот ко... А, вот он. H796. H... Бля... Чё ты не беги... О, да... Это что было? Аж 700. Да какого лешего, блин? 796. Наебнёт сейчас или что? И что будет? Ну, и что это было? Отключил или не отключил? Ебте. Заебись. Может, еще что надо было? Ну, был какой-то звук непонятный. Так, дай ему взрывчатку, он очень хочет. Кто-то надо подорвать или что? Ага. Пиу! Ебать. Нихуя не произошло. Так, ладно, короче. Тома получается. А, да, где она? Вот она. А если еще разок наш поставить? Все, да? Да, все, больше не загорается. Ладно. Хрен с тобой, задарик. Все, побежали. Так, тихонько, тут же, блядь, понатыкано. Немерено всякая херня. Ладно, не будем шуметь. То я совсем уже распоясался. А вот там еще было.
что она пищит. Ну, не жадничай. Ну. Хватит мне патронов. Хватит мне патронов. Не сейчас хватит. Не надо. Так, наверх. Что оно? А, это да, Джулиана. Тьфу ты, блин. А это что такое? А что он такой большой? Ладно. Допустим. Уим. Смысл того кода? А, наверное, скорее всего, получается, активировал, да, закрыл, чтобы он портал не прошел, все понятно, я понял. Все, запутали, как не знаю кого. Еще добро пожаловать в начало нового дня. Да. День уже кончается, а так. Дальше что? Сначала? Новый То день. То есть, я что, прямо сейчас умру? Или это типа как сон? А Джулиана приснится? О, лучше не думать. Ебать ты, сука. Теорелик. Нормально. Естественно. Вот, знаете, больше есть контакт. Вырубить устройство Егора. Отлично. Свои научные, если отключить... Звуковое устройство, Егор будет нечего делать дома. Так он что, выйдет с дома лишь? Ладно. Взяли эффекты, взяли... Ооо, а это какое-то еще такое... Фиолетовое фиолетовей. Все, да? Пиздец. Все, полетели. Егор не пошел тусоваться, потому что у него по плану научный прорыв. А значит, мне нужно подпортить эксперимент. Так я ж вроде уже подпортил. Я ж отключил. Так, ты понятно. Что у нас там осталось? О, отлично. Карнизис. Раскидываю траву. Отлично. А теперь я могу... шикандозно. А я могу теперь улучшить? Там же должно быть, получается, улучшение. 3500. Вы, блядь, издеваетесь? Нахрен, или чё? На, ёпте. Дико извиняюсь. Эмоция. И все. И назад. Сюда. Это хорошо. Ля-ля-ля, шо ля-ля. А если я возьму... Надо дробовик брать. Полюбас. Эквайни летать. Ну, в принципе, то, что у меня есть на данный момент, это у нас только одно не поставлено, а это прыжок. То бишь, можно его просто продать, да? Да. Он же есть тоже, да? Да, вот. Так, это у нас получается... Вы еще быстрее становитесь здоровье при... Хорошо. Вы собираете огромное количество. Хорошо. Придумывая на прыжок. Вы становитесь гораздо больше... Отлично. Гораздо больше здоровья. Здесь у нас получается... Можно... Вот это продать. Вот это продать. Вот это продать. И... Вот это продать. Да. Здесь у нас двойной прыжок продать. И все, больше ничего нету. А, вот еще. Ага, вот. А что я это не могу продать?
Ну, ну ладно. Нет так. Чё ты? Нет так нет. О, теперь могу. А, не, не могу. Так. Ага, все поставлено. Я понял. Тогда вот это. Теперь мы... А шо мы? Оно все улучшено. Ну да. Улучшить. Улучшить. Это ж не то. Тю. А это у нас... Смещение. Это что попало? Мне бы... А что у меня было, блин? Вот этот толчок у меня был, да? И что-то еще у меня было. Толчок, что-то такое интересное. Блин, мне в толчок будет это вот и... Исчезновение. Было бы вообще победно. Результат... А гранатку нельзя улучшить, не? Ладно. Так, мы пойдем... Куда мы пойдем? А там что-то надо поломать. В комплексе. Во. Это получается, если я схожу в комплекс. Правильно? Правильно. Я поломаю этот самый, и он не сможет... У-у-у. Точно, это ж вот оно. Вот оно. Вот это оно. Для Петра не включится пока. Ой, не заработает оба генератора. А, генератор это внизу. Ладно, давайте. Давайте, наверное, сейчас. Что там по времени? Вот, а еще времени. Давайте, наверное, сейчас сбегаем, выключим вот эту штуковину и починим немножко генератора. Потому что генераторы мне нужны там на этого. Бля, это ж развлекалка это. Шутник, геймер долбанный. Любитель поразвлекаться. Это что у него там глючит. Блин, что он там зависает, я не понимаю. Каждый раз приходится переигрывать. Так, сейчас я отключаю. Привет, Кольт. Чем занят? Читаю. О, я тут столько прочла, на три жизни хватит. Ну да, сочинять не пробовала. У меня тут все, о чем можно мечтать. Хорошая должность, время на хобби, семья. Какая семья? У меня хорошая жизнь, есть что вспомнить. А, это не жизнь. Мы ходим кругами и убиваем время. Вот это охуенная тема. Говорит Егор Серлинг, ваш идеолог. У меня важное объявление. Держитесь подальше от моей части комплекса, ясно? Я занимаюсь важнейшими экспериментами и не потерплю посторонних. Не понял. А, все, я понял. Теперь понял. Что там? Где ты? Улетел. Все, все улетели. А что это мюта с хуем? Подарок открыть. Бля. Вот это да. Чуть не обосрался. Чарли Монтегю, ранее пташка. По канонам геймдизайна я должен обеспечить тебя глубоким удовлетворением, хоть и невелика победа. Добыть следующую награду будет посложнее. А-а-а, тут есть подарки. Получается, если находишь чуть раньше за определенное время, ты получаешь подарок. Отлично. Отлично. Попадай, блядь. Ебать, ты чё, нахуй? Пистолет. Алло. Ты чё меня подводишь? Так. Не понял. И я о том же. И чё делать? А в какое время идти туда? Подожди. Что-то было непонятное. Панель управления не виденная. Хорошо. Разумеется, как же иначе. Но Егор ее... Но ее ей как-то пользуется.
Значит, лаборатория должен быть выключатель. Ага. Сейчас пойдем. Лабодрисьон. О, так вон, где можно еще выход быть. Что он трещит? Все трещит. Сейчас, походу, Джулиана тут появится. Вот, блин, стопудово. Так, тут надо выключить сначала. Ахуй, не достану, да? Ага, тут немного по-другому все работает. Так, ладно. Деактивировали. Нет, эту вот надо деактивировать. Деактивировали. Все, этот же не будет тютю. Да. Сейчас, подожди, надо проверить. Так, тот раз. Ага, хуй там вон. Какая-то одна еще работает, падла. Какая именно? Да не все это самое. Зеленое все. А чё? Не заебуйте. Все отлично. Так, о, новые сообщения. Ебать, не хочет идти на этот самый. Закройся. Ты тоже. Не хочет идти на концерт. Все. Ты мне не нужен. Бляк, разрисовано прикольно. Выключить? Где? Кнопка. Ух ты. Какой-то матный. Ох, сколько будильника. Нахера столько будильника. Кнопка где? Так, тут у нас идет туда-туда генератор туда-сюда, сюда, потом сюда, потом сюда. Ага, он там. Тихо. И активируйся. Вот он. Пиздык. Хе-хе-хе, годится. Берем. Все. Туда нельзя попадать. Получается все, да? Появился. Я не понял, алло. Я ж выключил. Где-то здесь, что ли? Так, может, надо щиток развалить? Как же больно. Тут где-то оно гудит, а где-то была аптечка. Да, бля. Хоп, годится. Не катит. Не пойму. О, аптечки. И он не появился. Где-то здесь в лаборатории должно быть выключатель. Хорошо. Ладно.
О, а это что такое? Ебать. Заебись, распорядок дня, блядь. Где? Будильники. Чё он так мигает? Ну, звуки какие-то. Звук гудения. О, а это шо? Ага, это получается он сделал невидимую панель. Ага. На этот раз не... Пока у нас позиции нет. Реализатором. Ага. Все понятно. Получается, пишет, пока используется нейтрализатором на один день, он установит, он устранит эффект. Можно взять и... Ага, и столько, сколько нужно. Все, я понял, это вот эта чепухень. Вот так вот. Теперь выходим. Этот нейтрализатор. Да, это понятно. Надо поставить, и он уберет вот эту невидимость. Давай. Хуак. Хуа-хуа. Так, там D. Нет, H. H. Да переключись. D. 796. 7. Лай! 7. Тихо. 9. 6. Отключить. Приходи Пиу. На тусу, ублюдок. Годится. Раздвигать ее годится. Все, отлично. Это сделал. Теперь главное не сдохнуть раньше времени. А что у нас еще есть? Что у нас еще есть? Включить эту штуковину. Электропитание. Что по времени? Что долго лазил? 11 минут. Не хватит времени. Не хватит времени. Так. Ого, так далеко. А чё так раньше близко так было? Ладно. Так, а мне всё равно, в любом случае надо отключать. Да. Электростанция. Мне нужно отключить. Подожди, мне надо включить ее, не отключить. Зачем мне отключать ее? Это безнадежно. Это прикольно, а что безнадежно? Зачем, я не понимаю. Может, она наоборот. Ебать, я думал, ты баба. Это нахуй надо. Че она? Да, чтоб тебе. Это самое. Мне нужны те. Что-то так что с ней делает. Электростанции в связи с тем, что у меня аж. Что там происходит? Что там? Что так? Лякую матный. Тихо. Большой. Тихонько я сказал. Бля, тихонько сказал. Сейчас не надо. Чтобы открыть двери там, блин. Вот в чем прикол. Не достаю. Опять не достаю. Тю. Ебать, не достаю. Вот это я снайпер. Берем.
Так. Мне и так прекрасно. Я тебя понял. Ты, блядь, схватишь ее или нет? О, наконец-таки. Отлично. Что-то. Уважаемые коллеги, так, после запущения питания и другие важные дела, это все, я понял. Вот эти двери, чтобы открывать, нужно плохо. Питание. Нужно переключить генератор. Я тебя понял. Ни к чему. Хватит мне патронов. Ну и хер с тобой, не хочешь, как хочешь. Так, вот здесь вот идет... Не понял, а я ж активировал. Алло. Понял, это что такое? Он меня заступил, и меня взяли на карандаш. Так, подожди, мне вот сюда надо. Внимание, нет питания. Не работает. Приехали. Ладно, короче. Сломался напрочь. Вообще никакой реакции. Нахуй. Сломался напрочь. А пробовал выключить и снова включить? Обязательно. Да, я вообще читаю инструкции. Минутку. А где батарея? Это именно поможет. Для генератора нужна батарея. Вот так ты читаешь инструкции? Что это за генератор, если ему самому батарея нужна? Ох уж эти звонки. Так, у нас получается вот это первый клиент. Чуть туда упал. Тебя же заметят. Кто? Ебался ты, псрался. Сейчас обеспечу нам это тактическое преимущество. Тактическое преимущество, говорит. Ох, ебать, вылетаете. Когда ты... Ай! Ну ты чего? Подожди. Ебать, я там думал, у вас там только эти самые пульки, ой, мечи, блядь. Иди отсюда. Напугал меня. Он здесь. Ебать, да сколько вас там? Ааа, это было больно. Это было, сука, больно, блядь. Я сказал, нахуй. Или я тихо сказал, блять, а? Как оно, сука? Надо перезарядить! Заебись. Я тебя сейчас перезаряжу, блядь. Похуй, куда стрелять, главное, блядь, в серединочку нахуй. Соберись там. Тряпка, блядь. Стошнит его. Капец! Вот чего я боялся. Чтоб меня не мальнули. Ладно, так. Нихуя интересного нету, да? Вот это. Блин. У меня раньше не было в планах помирать. Ну, не жадничай. Еще что-то есть? Ебать, ты что, гонишь на? Как ты вообще выжил, блин? Так, включить не получается. Мне нужна батарея. Батарею можно взять. А, нету ее. Батареи-то нема. Можно взять с пулеметов. Пулеметы находятся наверху. Тут патрончики. А еще патрончики есть. Тут есть патрончики. Тут батареи нету, там тоже черти, блядь, шарятся. Так, сейчас, секунду, сейчас я соображу. У меня мозг заработал. А, тут тоже нету, ебать. Извиняюсь за эмоции. И тут нету. Очпуительно. Это мне придется наверх обратно бежать. Так, а в прошлый раз была ж.
Я ж где-то ее взял. Да тоже, конечно, логично, что для генератора нужна, блядь, батарея. Который, в принципе, сам должен вырабатывать. Вот она. Вот она, вот она, нахуй она, вот. Я жив, что где-то я ее брал. Да и... Блин, лестница невидимая. Ляп. Сейчас надо зарядить. А, так мне еще одна нужна. По херу в любом случае. Так, первый пошел. Второй пошел. Отлично. Ты ебанутая. Да вы ебалась, сука. Не заебывайте меня. Ты тихо откройся. Сходи. Да он у тебя в пизду. О, полетел туда. Где ты? Не понял. Ух, тема. Где кто? Где ты есть? Лежать. Все, вот так вот. Две секунды диалога, все в порядке. Да иди ты нахуй. Че я тебя поймать не могу? А, не достал. Фиу-фиу, блядь. Все. Так. Это мое. Это мое. Где-то еще. Да, блин, вот это мое. Это тоже мое. Что интересное. Так, 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 так. Хоп. Где-то еще. Где-то вот оно. Это мое. Тут батарея. О, батарея годится. Батарея. А зарядка в любом случае внизу, правильно? О, да. Так, это зарядился. Это положили. Это взяли. Это положили. Это взяли. Ставили. Это взяли, побежали. Хоп. Сюда тык. Чмык. Опа. Выплевывай. Садись. Давай, давай. Ты мне еще нужен. Да ёпты, откройся. Так, а там... Понятно. А там в следующем у нас получается бамбу. Бамбо. Американо. Ей, бамбо. А как? Как вот это все деактивировать, так чтобы не сдохнуть? Я помню, что я тут, блин, прыгнул, и мне тут как уебенило. Так, мне вот то надо завалить. Там я не ставлю и не нажму. Там, блядь, меня уебёт. Туда воду нельзя. Ёпарасэте. Лопата. Что делать? Охренеть, прям в середочку. Вот это ж, блин. Получить доступ, это лишний перешок. Ла-л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 а.
их. Так, если я сделаю вот... Если я сделаю вот... Годится, все нормально, живем. Ага. 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 Ох ты, вы долго. Что? Что-то есть? На дальнее расстояние совсем не совсем, да? О, блин, наконец-таки. А где оно? А вот оно. Хопа. Так, сюда чпок. Поехали. Так. Мне надо как-то попасть туда. Там. А... Деактивировать я ж не деактивирую, правильно? Ну да. Нам. Бля, оно сейчас меня въеб... Блин! Он взорвется в любом случае. Это что-то пердит уже. Батарейка в комплекте, это понятно. Как же... Подожди, а вон... Там дорога есть. Так, а там стоит. Ебать. Ну, допустим. Положили. Размочили. Взяли. Бежим. Хуяк. Хуяк. Есть такое дело. Так она что ебёт. Сука. Ух! Бля. Пизда нахуй. А как тогда? Я не понимаю. Ладно, короче, пошли. Хрен с ним. Я думаю, с пятью хватит, наверное, энергии. Блин, печально, конечно. Досадно. Ну ладно, ладно, ладно. Так. Ебать. Так, ой, не туда. Так. О, 4. Годится. Раздвигать ее годится. О, 4 годится. Открыть как их? Надо же какой-то код. А я не знаю кода. Блин. А тут получается какой-то пароль должен быть. С трех цифр составляется. И что делать? Станция эра.
Так я там был. Куда я вообще иду, не понял. Что, туда? Не, сюда. А? А, это с этим. Все, я понял. Понятно. Короче, каждая. Главный регулятор напряжения. Этим можно устроить Джулиане реальный напряг. Пойду удостоверю свою личность. Выходим от документа, ходится за ним в архивах. В даунтауне. Они хранятся станция номер один. Вводение документа в даунтауне. Ну ладно, все, короче, я понял. Значит, получается, каждая дверь открывается, и там какой-то сюрприз. Что? Ай-яй-яй, тихонько. Кто здесь? А это ж я. Мне просто этот пулемет не нравится, он мне нахуй не нужен. Я просто забыл. Откуда вы тут? Алло? Я не понял. Вас тут не было. Это что за шуточки? Я, блядь, не понял, Алена. Это что за это самое, а? Кого ты нахуй видишь, блядь? Сука. Да тихонько. Лежи вот у нее не это самое, не балуйся. Это они, получается, прибежали сюда или что? Открылась дверь, блядь, и они такие типа, о, тут что-то открылось, давай посмотрим. Может тут есть что-то сладенькое. А тут хуяк Пол Уокер, блядь. Ладно. Глупая шутка, я понял. Регулятор напряжения. Окей, мне нужно. Понятно, все, отлично, я все понял. Я сейчас все сделаю. Это они отсюда прибежали. Че ты амкаешь? А не амкай. А, молчишь. А мне разве не сюда? Мне сюда. Да. Open the door. Все, годится. Кому поломали, там перепроделили, только как двери, как другие двери открыть, какой код? Может, я баран, коды, блядь, на дверях есть? Ладно, посмотрим. Если не забудем. Результат 7, да-да, раз помер. Будет сколько всего. Это что у нас? Серьезно речь скорость вашего. Скорострельность вашего оружия. Шо-шо-шо, подожди. Сеть смерти. А, все понятно. Кучность выстрела вашего оружия. Ладно. Один ноль. Кольт против науки. Увидимся на вечеринке, Егор. А на вечеринке я ни разу не был. Так, одного мы отправили на вечеринку, этого мы отправили. А радио молчание. Отлично. Как раз в даунтауне. Мне как раз надо в даунтаун. Так, все. На сегодня хватит. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Проходите по ссылочкам, там есть ТикТок мой. Там тоже много чего интересного. Всем спасибо, всем пока. Не забудьте подписаться.